Жители Тюменской области будут учить разбираться в мусоре. О таких планах рассказали сегодня в департаменте экологии. По итогам прошлого года удалось избавиться от 8 несанкционированных свалок. Очистили от мусора берега 170 рек и озер, посадили более 14 миллионов деревьев. В различных экоакциях поучаствовал каждый пятый житель региона. Среди глобальных достижений – газотурбинная электростанция в Увадском районе, которая позволит снизить выбросы грязных веществ в атмосферу на 10 тысяч тонн в год. Однако пока не удалось решить проблему раздельной сдачи бытового мусора. Мы планируем информационную работу вести. То есть у нас, насколько мы понимаем, имеется, ну если не прав, поправьте меня, определенная нехватка знаний, информации у людей. Я даже по себе, вот мне с этой точки зрения легче, да? Я сам не знаю, куда что сдавать. Вот я честно сейчас могу сказать. Но я понимаю, что этот пробел есть. Поэтому эту проблему нужно решать.